Друзья, а что если я вам скажу, что вы можете биткоином рассчитываться в магазинах за покупки, в продуктовых магазинах, вещевых, неважно, какие бы это ни были. Я хочу вас ознакомить с компанией, а именно криптокошельком Trusty Plus. Если интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Давайте же знакомиться с Trusty Plus. Доступно, как понимаете, на App Store и Play Market, больше, чем криптокошелек. Вот нулевые комиссии на обмен стейблокенов при выводе гривны на карту, на переводы, на пополнение крипты, на расчет криптовалюты за обслуживание. Это очень круто, когда такие у вас. Вот функциональная поддержка больше 30 плюс монет и различных методов TRC-20, ERC-20 и BIP-20. Служба поддержки 24 на 7, все платежные карты можно заказать, скачивать и установить от Trusty Plus. Все то же самое, что у нас есть. Верификация через DIU можно даже. Мгновенно обменять все, вывести на банковскую карту, безопасное хранение криптовалюты, оплачивать покупки криптой и прочее. И вот у нас отзывы есть все, с которыми можем ознакомиться. Вот у нас есть безопасность и надежность, лигурируемый поставщик услуг виртуальных активов, больше 10 лет опыта в криптоиндустрии, многоуровневая система безопасности, вот PCI DSS Compliant. И все прочее, прочее, прочее. Давайте же мы переступим с вами к тому, как скачать приложение. Вот, Web Store у нас. Точно так же мы можем установить и в Play Market, но мы начнем обзорчик, как это делается через Trusty Plus у нас в Web Store. Пройдем с вами через DIU верификацию и сможем уже посмотреть изнутри, как это все выглядит, как это все работает и подробный весь функционал. Установил нашу приложуху, заходим, Trusty Plus, разрешить на отправку уведомлений и с вами сейчас будем с этим знакомиться. Логин и Single App. Давайте введем номер телефона, get код, отправляем код на наш номер телефона. Так, код есть, окей, все, выбираем нашу страну, Ukraine, все, вот через DIU, либо пас мануал. Давайте выбираем через DIU, next, Gmail нужно наш указать. То есть выбираете, как вы будете использовать инвестиции. Либо же это будет Current Exchange, Data Day Usage, Coming. Ну, давайте, пускай это будет как инвестиции. What is your source of funds? Имеете ли вы какой-то фонд? Вот, граммитит, ра-та-та-та-та. Тут можете Allow, Family Support. Неважно, ID-карта, паспорт или International Passport. Так, грузится наша DIA. Проходим все необходимые верификации. Запит местных відсутніх дії. Зрозуміло. Как у меня старого образца паспорт, ни ID-карта не подтянулась через DIU, мы выбрали вот через камеру. То есть именно то, что я имею в виду, вот ID-карта, вот здесь есть пункт, как мы выбирали через DIU, то мы выбираем пас мануале и прочее. Вот я выбираю ID-карта, паспорт. Здесь мне нужно ввести имя, фамилию, дату рождения и дальше. Мы выбираем пол, мужской, женский. Next. Город пишем. Ну а здесь мы заполняем уже наше место прописки. Все, теперь выбираем паспорт. У нас должна быть первая, вторая. Нужно сфоткать, загрузить это все дело и продолжить следующий шаг. Здесь будьте внимательны, укажите не дату получения вашего паспорта, а срок действия, после чего будет все выполнено. После того, как вы добавили данные, вам нужно будет отсканировать свое лицо по кругу, вверх, вниз, влево и улыбнуться. Дальше что мы выбираем? Допустим, тут уже на ваше усмотрение, что вы выбираете. Все, регистрация пройдена. Вот мы видим наш кошелек, как он выглядит, что у нас вообще здесь есть. Вот главное меню, notifications, security, card, прочее вот это все. Центры в долларах, тут можно темный режим выбрать для удобства, чтобы было красиво. И смотрим, что у нас есть русский язык. Выбираем русский, оставить русский язык. Для удобства, чтобы понимать, что здесь все написано. Вот. Мы можем перейти в профиль, увидеть вот ID, обработка, почта. Все это уже подтверждено в процессе, пока мы проводили регистрацию. Хотите, можете добавить какую-то фоточку. Дальше, что у нас здесь есть? Вот пополнение, выбор, в какой валюте вам это нужно, что вы хотите купить. При транзакции можно посмотреть, что мы делали. Бонус, вот как видите, плюс 10 гривен за регистрацию. Ну и перевод. Естественно, в какой валюте, кому вы хотите это перевести.
Все очень просто доступно. Дальше у нас снизу рынок, карта. Вот, получить, допустим, Trust Wallet карту, получить, нажимаем. Согласиться с условиями, и чтобы активировать нам нужную карту, надо, чтобы у нас 10 евро было на счету. После этого мы сможем открыть карту, верифицировать и использовать ее. Все. Дальше, вот реферальная ссылочка, как можете видеть. Данная ссылка, вы ее можете как скопировать по QR-коду, либо просто ссылочку. Вот, допустим, я ее скопирую. Все это есть. Здесь можно это все отрегулировать, как оно выглядит. Здесь вы можете увидеть ваших рефералов, сколько приглашенных и прочее, прочее. Все просто, в принципе, работает, никаких трудностей здесь нет. Указываем эти даты. Следующий этап. Все, проходим на верификацию. Голову вверх, голову вниз, направо, налево, улыбнись. Все, перевод средств за пределы Европы, обмен валют, персональные инвестиции, там, ну, пускай переводы, допустим, доход от занятости, способность или поддержка семьи. Все, спасибо, понятно. Все, у нас вот тут идет все в обработке в данном окошечке. Мы только ждем, когда это все у нас примется. Так, друзья, как сами видели, все действительно просто. Мало того, что вы можете совершать покупки без комиссии, вы получаете средства за регистрацию сразу вам на баланс. Открытие карты всего 10 евро, срок действия 5 лет. Вы абсолютно обмениваете, закидываете все это, делаете без комиссии. Самое главное, это очень радует, я вам скажу так. Действительно, очень хорошее решение, очень заманчивое, особенно сейчас, в наше это непростое время. Поэтому все ссылочки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Жду от вас активности. Дальше больше, скоро увидимся.